Ну что, друзья, начинаем понемногу переобуваться. Я не знаю, с чем у вас ассоциируется фраза с переобуванием, потому что это сейчас немножечко политизированная тема. Но я на самом деле хотел сказать о ТикТоке. Потому что это видео вы смотрите уже в горизонтальном э, таком формате. И именно такой формат будет... Э, популярен и становится популяризироваться ТикТоком. Связано это будет с рекламой. И кто меня хорошо знает, те знают, что я на самом деле не сильно люблю вертикальные видео. Но это была такая дань моде, и я надеюсь, что горизонтальные видео теперь будут возвращаться. Они на самом деле более удобны. Это естественно. Даже анатомически у нас глаза поставлены горизонтально и картинку мы э, видим более горизонтально, чем вертикально, правда ведь? Вот, у нас и лобовое стекло в машине горизонтальное, и телевизор у нас горизонтальный. А если говорить, например, о недвижимости, которую я показываю, то я вам хочу сказать, что иногда показать комнату в, таки, в таком вот вертикальном формате намного менее информативно, чем когда я показываю ее, например, горизонтально. Тогда мы можем показать и ширину комнаты, и что стоит, и какая мебель, и так далее. Природу, вообще окрестности, все на самом деле выглядит гораздо гармоничнее, когда мы показываем это все в горизонтальном формате. Я уже буду постепенно тоже показывать или снимать видео вот в таком вот виде. Должно под этим видео появиться значочек прямо вот, прямо вот под ним посмотреть в э, таком вот в широком формате да но тогда придется конечно телефон повернуть если вы смотрите это на телефоне вот. Не знаю, будет ли это привычно, когда все начнут снимать такие видео в таком вот именно горизонтальном формате. Тогда, мне кажется, и крутить телефоном не придется. Ну, а пока, наверное, будет так, 50 на 50. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Понравилось ли вам именно вот смотреть именно горизонтально. Появилась ли у вас эта кнопка? Потому что я знаю, что она еще появляется не везде и не, у, не во всех, или не у всех. Да? Ну и что? Будем экспериментировать, будем смотреть, что кому больше зайдет. Также ролики будут так как бы рекламироваться самим ТикТоком чуть-чуть более длинные. Оказывается, уже сейчас можно заливать фильмы, даже можно сказать, фильмы до 30 минут. И я тоже буду выкладывать сюда уже свои полнометражные такие вот ролики с обзорами квартир и каких-то объектов недвижимости, которые я делаю, нормальные, которые я делаю для YouTube, потому что, ну, все же это неудобно. Сначала монтируешь нормальный фильм, потом из него надо сделать вертикальный конечно же, это создает какие-то неудобства. А так, один нормальный ролик сделал, выложил, вы все его посмотрели, все красиво, полноценная графика, никакая там не урезанная картинка. Вот. Хорошо, так что до встречи в новых видео, жду ваших комментариев, но и пишите, как вам новый формат.